Привет, дорогие друзья, дорогие любители футбола, поклонники игры номер один в мире. Меня зовут Егор Дергачев, я рад приветствовать всех вас в своем видеоблоге. Лига чемпионов продолжается, и продолжаются наши прогнозы на самый престижный европейский клубный турнир. На повестке дня у нас поединок в Италии, где Наполи из Неаполя будет принимать Манчестер Сити из Манчестера. Я думаю, что многие из вас согласятся, что предыдущая встреча этих двух команд в Манчестере была действительно неплохой. Манчестер взял быка за рога, не стал откладывать, быстро подопечные Пепа Гвардиола забили два мяча, ну а потом то ли Манчестер расслабился, то ли Наполи нашел в себе силы, но концовку матча можно сказать, что была волейбольная. Мне кажется, что в отчетной встрече Манчестер Сити не повторит предыдущих ошибок предыдущих матчей. Да, с большего Манчестера от этого матча, ну, ничего не надо. У команды 9 очков из 9 возможных, и я не знаю, что должно случиться, чтобы Манчестер не вышел в 1/8 с первого места. Но бывает всякое, и для уверенности, я думаю, что команде Гвардиолы стоит обыграть Наполи на выезде, ну, а два оставшихся поединка уже можно попробовать в ближайший резерв команды. Как я говорил, мне кажется, что Манчестер Сити победит, букмекеры думают, что матч будет приблизительно равным, и я предлагаю на этом сыграть, поставить на чистую победу Манчестер Сити. Коэффициент интересный, более чем играемый, 2.52. И если вы со мной согласны, то поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Обязательно напишите свои варианты ставок на матч Наполи-Манчестер Сити. И, конечно же, дорогие друзья, я буду рад видеть каждого из вас в своей группе ВКонтакте и у себя в друзьях в этой же социальной сети. Ссылочки на обе страницы вы найдете в описании у этого ролика.